Единовременная выплата пенсионерам не будет облагаться налогом на доходы. Закон об освобождении Госдума приняла во втором и третьем чтениях, сообщает новостное агентство «Москва». Соответствующие поправки внесут налоговый кодекс страны. В силу закон вступит со дня его официального публикования. Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли закон, предусматривающий предоставление единовременной выплаты в размере 5000 рублей в течение января 2007 года. Предполагается, что выплату получат лишь те пенсионеры, которые постоянно живут на территории России. Кроме того, в случае, если территориальные органы пенсионного фонда не успеют произвести выплаты до конца января, она может быть сделана и позднее.